Доброго времени суток, с вами мистер Вселенной Алексей Нетесанов и его программа «Занимайся с Алексеем Нетесановым». И сегодня у нас для вас очень-очень приятный сюрприз. Мы долго уговаривали, долго находили свободное время у этой девочки. Красивая, посмотрите, как она красивая, посмотрите, как она выглядит. Она не просто красивая, она у нас звездочка. Звезда YouTube-канала «Красавица и чудовище», звезда сериала «Зёма» и «Зёма 2» Мила Сайфутдинова. Прошу любить и жаловать. Милочка, поздоровайся со всеми. И мы сегодня не просто насладимся ее красотой, а посмотрим ее тренировку и еще возьмем что-то полезное для девочек из ее тренировки. И поможет нам сегодня ее тренер Дима Кириллов. Итак, поехали! Итак, Мил, нашу сегодняшнюю тренировку мы начнем с дорожки в качестве разминочки. Сейчас немножко походим быстрым шагом, погоняем водичку, ну а после этого уже пойдем на пресс, хорошо? Немножко разогрелись, погоняли водичку, сейчас приступим к выполнению упражнений на пресс. Ложись, Мил. Начинаем также с разминочного, с неполных подъемов. То есть по чуть-чуть поднимаемся. Это важно. Это у нас разминка, поэтому здесь нужно начинать с легких упражнений, а не с полного подъема, к примеру, как некоторые начинают делать. Я считаю это неправильным, потому что нужно начинать с простого. Сделаем неполного подъема где-то сотню. Естественно, это в сумме, не за один раз. После этого ручки вдоль туловища, да, и поднимаем ножки к туловищу. Тоже где-то на сотню. Во всех упражнениях дышим ртом. Обязательно, потому что через нос у нас дыхания будет просто не хватать. Переходим к суперсерии. Суперсерия у нас будет на ягодичные мышцы. Сначала мы будем выполнять приседания с гантелью. Сразу после этого на разведение. Всеми любимое упражнение, я про девушек, конечно, наклоны с гантелями. Почти то же самое, как наклоны со штангой. Но я скажу маленький-маленький секрет. Давай, начнем, Мил. Встаем, поворачиваемся к зеркалу. Начинаем наклоняться. Секрет заключается вот в чем. Некоторые делают наклоны, не обращают внимания, где гантели. То есть могут и так наклоняться, и поближе. Я советую, чтобы гантельки были поближе к ногам. Из-за этого у нас больше работает задняя поверхность бедра и ягодичные мышцы. Мил, ну, следующее упражнение, я знаю, твое нелюбимое. Реверанс приседания. Я советую его делать в конце тренировочки. Оно прям окончательно дожжет ваши мышцы. И будьте в полном удовлетворении от тренировки. Но важно учесть технические моменты. Давай. Сначала делаем просто приседание, обычное, классическое. Потом ножку заводим, прям сделай паузу, приседай. Да, на ягодичку. Приседаем обязательно на ягодичку. Сразу обычное приседание, да, в исходном положении. Приседаем на ягодичку, исходное. И вновь. Я советую в каждом подходе делать так по 20 повторений в каждую сторону. Тогда будет значительный эффект. Обязательно, обязательно обращайте внимание на технику. То есть
Подходите ответственно к упражнению. Следующая у нас суперсерия будет на дельты. Эта суперсерия особенно прекрасна в таких случаях, когда у вас мало времени, нужно хорошенько забить дельты. Берем маленький вес. Это именно разводка, это не махи. Высоко не нужно поднимать. Разогреваем здесь дельты. 20 повторений. После того, как сделали махи, сразу же присаживаемся на скамеечку, делаем себе правильный угол, чтобы вам было удобно сидеть, и делаем жим гантельками. Тоже 20 повторений. Как только закончили делать жим гантелей сидя, сразу же приступаем на тягу. Тяга гантели где-то в районе подбородка. Выше не надо. Чуть-чуть побыстрее. Тоже 20 повторений. Все вот эти упражнения делаются без отдыха. Завершающим упражнением в нашей суперсерии будет упражнение на заднюю дельту. Она у нас делится на три части: передняя, средняя, задняя. Наклоняемся и делаем рычажок. Не путайте с тягой гантелей в наклоне, ни в коем случае. Здесь у нас должна работать только задняя дельта. Ручки разгибать не нужно. Они у нас вот как есть в согнутом положении, так и работаем. После того, как мы сделали дельты, приступаем к нашим агонистам и антагонистам, то есть бицепс, трицепс. Я такую приготовил интересную суперсерию. То есть сначала мы делаем бицепс с гантелями стоя, сразу же после этого отведение руки на трицепс в наклоне. Давай начнем. Повторений. После этого отведение каждой ручкой тоже по 20 повторений. Обратите внимание, в этом упражнении обязательно нам надо, чтобы спинка наша была прямой. Обязательно. То есть не горбатимся, никак не сутулимся. Так, Мил, я понимаю, что ты уже устала, но я тебе подготовил еще последнюю суперсерию на спинку и на грудные мышцы. Ты уже эту суперсерию знаешь, то есть подтягивание в гравитроне и отжимания. Переходим сразу на отжимания после подтягиваний. Так как девочки у нас отжиматься не все умеют, поэтому им полегче. Они отжимаются с коленочек. Вот и закончилась наша, я бы сказал, такая бодрая, тяжелая тренировка. Мила уже убежала, устала очень сильно. По поводу заминки. Я рекомендую в качестве заминки сделать полный подъем на пресс. Я думаю, все это знают. То есть можно делать на скамье, можно делать на матах. И дорожку. Yeah, yeah.